И сегодня у нас Полина в карнавальном костюме. В каком? Как называется? Мальвина! Да, Полина сегодня Мальвина. А ну-ка покажи свой костюм. Какой у тебя костюмчик? Какая юбка? Платьечко, кофточка беленькая, синенький жилетик, синенькие волосики и синенький бантик. Да. А еще к Полине сегодня пришли подарки. Да. Подарки пришли вот в таком носке с Дедом Морозом. И сейчас Полина будет смотреть, что же там в этом мешке. Там что-то интересное, что-то гремит. Ну давай, Полин, смотри, что там у нас. Ну-ка давай доставай, что в нашем волшебном носочке. А в нашем волшебном носочке сладкий подарок. Гремит, что-то там такое, наверное, вкусное есть. И шоколад. Шоколад у нас есть, вот такой, свинка Пеппа. Свистулечка. И свистулька. Свистеть будешь? Да, только у меня нету сейчас. Давай. Как Полина свистит? А она что, не свистит? Не хочет свистеть. Она не свистит. Вот такая просто штуковина, да? Да. Просто вот такая больше вот штуковина не свистит. Ни одного подарка. Да? Больше это нет. Все. Сейчас будем смотреть. Ух ты! Так, а что мы будем первое раскрывать? Свинку Пеппу или вот этот вот? Вот этот. Вот этот, да? Ну, давай. Я распечатаю. Ты распечатаешь, а я буду тебе помогать, хорошо? Да. Смотри, а у меня уже получилось. А у нас тут кулечек с какими-то всякими вкусными-вкусными конфетами. Так, а какие же у нас тут вкусные конфеты? Давай посмотрим. Я хочу большую коробку. Так, а сейчас мы будем смотреть. О, я хочу вот такого. Да, у нас есть какой-то кокошока. Вот такой с курочкой. Я хочу этот. Да, сейчас, Полина, я покажу. Есть такой с божьей коровкой. Какая-то желейка. Я. Желейка распечатывать. Потом, о, Дед Мороз. На веревочке можно будет повесить на елку его. Ромашка. Да, Полинка. Что еще? Вот такие вот конфетки есть. Сорента какие-то конфеты. А это какие-то тоже Розетти. Вот такие вот. Вот такие конфеты есть. Дон Сезама. С чем-то таким, наверное, вкусным. Вот такие. Полина, что ты кушаешь? Божью коровку? Да? Это свинья. И вот такие вот. Так, а мы будем распечатывать нашу свинку Пеппу? Да. Тут какие-то фигурки такие интересные. Будем можно смотреть? Их покушать. Можно их покушать. Давай мы распечатаем. Сейчас посмотрим. А такие без ножниц. Ура! Ура! Так, смотри. Кто тут у нас есть? Ой, я вниз головой ням-ням. Показываю. Ням-ням. Ням-ням. Я хочу на палочке. На палочке? Так, я смотрю. Свинка. Нет, не свинка Пеппа. Это кошечка. Овечка Сюзи. Овечка Сюзи? Нет, это кошечка. Кошечка. Это Пеппа. Это Джордж. Вот такие, смотри, Полинка. Сейчас будут таять в ладошках. Нет, это не Джордж. Не Джордж, а кто там? Это? Так, это... А, это Поля, это кто? Это Дэнни. Это Дэнни. Дэнни? Это Пони Педро. А, Пони Педро. Так, это у нас я Соник. Пеппу хочу съесть. Пеппу? Давай, только маленький кусочек. Это Эмили. Я сейчас сразу всех достану. Можно на палочке. На палочке? Ну, видишь, они не на палочке, они просто такие. Так, кто у нас есть? У нас здесь Джордж. У нас есть динозавр Джорджа. Вот такой. Потом у нас есть... Так, уже не помню. Полина, это кто у нас? Это Мишка. Это Тедди. Мишка Тедди. Не знаю такого. Так. И это у нас опять Пеппа. Куча Пепп. И...
Кто это? Мисс Крольчиха или это ее ребенок? Кто это? Я не знаю, как это. Не знаешь, кто это. Ну, в общем. Это кролик. Да, кролик. Это кролик. Вот такие вкусные-вкусные сладости. А что самое вкусное, Полин? Или ты еще много не ела шоколада? Не ела. Ты только одну божью коровку. На шоколад. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Супер Полина.